Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Nadja Blust und ich bin Ihre Deutschlehrerin für diese Stunde. Wir sprechen Deutsch, ja? Und heute möchte ich sprechen über Sommerferien und Urlaub. Сегодня мы поговорим по-немецки, попробуем вспомнить какие-то слова. И наша тема, как вы видите, очень красивая. Как прошел наш отпуск? Это по-немецки будет Urlaub. Ferien – это каникулы, и der Sommer – это лето. Давайте пойдем дальше, и я представлю немного наш план. Мы с вами познакомимся, Vorstellungsrunde, мы повторим или попробуем вспомнить лексику к этой теме, да? Может быть, вы какие-то уже слова знаете из института, со школы. Ja, über die Ferien, Urlaub sprechen. В этой теме очень важна грамматика. Конечно, мы ее за один час не усвоим освоить, но тем не менее попробуем. Мы научимся говорить ich war, я была, где, да, или wir waren, мы были. War – это глагол от глагола sein, я есть, да. Ich bin und ich war, я была. И здесь, конечно, в этой теме очень важны предлоги. Да? Мы с учениками например, заучиваем так. In – это внутри, an – около, да, рядом чего-либо, и auf, например, на острове я была, auf. Да? Смотрите, in, an, auf. Давайте повторим. Попробуйте вместе со мной. In, an, auf. Да? И вы вспомните, например, in Berlin я была, да? An Ostsee, на Балтийском море, auf Майорка, на Майорке, да? Вот. И попробуем почитать, да? Это у нас. И даже споем песенку, если вы хотите. Давайте пойдем дальше. Смотрите. Hier ist eine Karte, да? Посмотрите внимательно. Вот некоторые из вас живут в России, in Russland. Можем поставить галочку. Поставьте галочку, где вы находитесь. Ich bin in Frankreich. Кто-то из вас в России, найдите галочки. Вот, видите, Панама. У нас кто-то в Панаме. Здорово. Инна? Да, я вот, Я? вот подчеркнула Панаму. Гуд. Инна, haben Sie gefunden London? England? Nein. Nein. Давайте, suchen, suchen, ищем. На телефоне очень часто ученики рисуют. Also, good. Давайте Нет, вспомним. моя версия. Итак, у нас страны England, Алина, Москва. Москва, да. И страна ваша называется Русланд. Видите, мы из Франции, Франкрайч, Русланд, England. Ich liebe Panama. Вот, Панама. Я думала, кто-то пошутил. А в Панама. Панама. Нас двое из Панамы. Вау! Das ist fantastisch. Das ist sehr, Мы sehr schön. знакомы, да, Панама. с Надей. Okay, sehr gut, sehr gut. Gut, dann gehen wir weiter. Идем дальше. У нас время бежит. И мы сейчас видим с вами фразы, как мы знакомимся. My name is. Вот кто впервые изучает, повторяем за мной. My name is. И называем свое имя. Как я? My name is Nadia. My name is Tina. My name is Alina. Алина. My name is Nadia. Я, My ich bin Nadia. name is Olivia. Оливия, я. Ich komme aus. Поехали сначала. Инна, ich komme aus. Я Ich происхожу komme из aus Großbritannien. Großбритании. Gut, Оливия. Ich komme. Ich komme aus Ukraine. Украине, да? Правильно говорим. Украине. Aus der Ukraine. Ich komme aus Russland. Хорошее произношение. Яна. Ich komme aus Italien. Good, хорошо. Ich komme aus Italien. Und wohne in Italien. Живу в Италии, да? Смотрите, вот здесь уже предлоги, которые я повторяла, говорила. In, an, auf. А aus – это другой предлог, да? Из. Ich komme aus der Ukraine. Aus England oder ich komme aus Russland und wohne in England. Теперь давайте поговорим о немецком. Ich lerne Deutsch seit. Ich Lerne lerne Deutsch. Ein Jahr. Вот пишем. Ein
Jahr, seit einem Jahr, можно сказать, seit einem Monat. Ich komme aus Russland. Ich wohne in Panama. Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren. Ja, zwei Jahren. Ich lerne Deutsch seit zwei Jahren. Richtig, ja. Also, wir haben uns kennengelernt. Мы познакомились в отпуске, который у вас был, или лето, которое мы провели, и вспомним некоторые слова. Schaut bitte das Bild an. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Was machen die Kinder? Was machen sie? Что они делают? Кто-то знает у вас какие-нибудь глаголы? Сейчас мы будем с вами вместе писать, и это называется ассоциации, или что мы знаем. Так, also. Gut, Sommer, Ferien oder Urlaub. Ну вот какие слова вам вы знаете? Может быть, с английского, может, с немецкого? Lesen, schwimmen. Вот, хорошо, давайте я буду успевать. Lesen. Что-то в голове появляется. Да, да, конечно. Sonne, Sonne. Вот, смотрите, что такое schwimmen? Schwimmen. Плавать. Это плавать. Lesen, читать. Richtig. Так, еще было Баден, да? Кто-то сказал, Илья? Или... Ну ладно, я напишу. Баден. Купаться. Зоне, да? Зоне Баден. Вот, зоне Баден. Купаться в солнце, да. Зоне, ди зоне, это солнце. Ди зоне. Все равно вы какие-то слова запомните сегодня. Еще кто-нибудь помнит какие-нибудь слова? Лизен, Баден. Шпилен. Они говорят там теннис шпилен, something else шпилен, еще что-то шпилен. Теннис шпилен, бадминтон шпилен. Я, genau, das ist ein Verb, это глаголы. Существительное у нас было die Sonne. Еще? Reisen. Reisen, sehr gut, да. Ich reise. Дальше. Ich lese. У меня вопрос. Немцы любят, вот это такой немножко культурологический вопрос, они любят ходить в походы, ходить гулять, англичане помешаны на этом. Это очень любят. И это будет называться wandern. Есть еще так, wandern, да. Wandern. Путешествовать в том плане, что ходить в походы, да. Reisen – это путешествовать, а wandern – ходить в лесу, по кругу, с палками. Я. Еще какие слова? Рисовать мелом. Малин, конечно, можно летом тоже и малин. Я вот запишу, это малин. Sehr gut. Сейчас мы поиграем в игру. И вы, давайте вместе будем ставить один или два. Das oder das, это или то. И у вас будут появляться картинки, и надо ставить один или два. Eins oder zwei. Genau. Wo sind wir? Где мы? Амия на море или in den Bergen в горах. Например, мы можем сказать ich war, я была, повторяем, ich war am Meer. А кто-то у вас был в горах. Ich war in den Bergen. Eins oder zwei? In den Bergen. In den Bergen, ja. Aber können Sie auch Fahrrad fahren? Ja? Ja. Ja, ja, sehr gut. Eins oder Nummer zwei? Oh, zwei. Zwei. Im Wald. Это будет das Zelt. Да, Zelt. Да, и Urlaub mit dem Zelt. Не все у нас любят, хотя номер один есть у нас. Номер zwei ist besser. Eins, ja? А кто знает, как будет ягоды по-немецки? Beeren, да-да-да, Beeren. И губки в сторону, так, Beeren, потому что Beeren – это медвежата, а Beeren – это ягоды. И я напишу Beeren, да. Давайте напишем. Ich mag Pilze und Beeren. Ich mag Beeren. Люблю ягоды, Pilze. Ich mag Pilze. Im Sommer – что мы делаем? Здесь надо глагол вспомнить, да? Sammeln, собирать. Давайте я его запишу. Sammeln, да? Ich sammle Beeren gern. Museen oder lesen? Eins oder zwei? Zwei, lesen. Museen besuchen, посещать. Besuchen – это посещать. Ich mag Museen besuchen. Можно сказать, ich mag lesen. Mag, да, это глагол, люблю. Ich mag lesen. Dankeschön.
Das war ein Spiel. Jetzt kommen wir zu der nächsten Aufgabe. Wo kann man die Ferien verbringen? Где же можно проводить каникулы? Говорили. Das Meer. Das Meer, richtig. А теперь вспомним предлог. На море. Am Meer. Повторим. Am Meer. Am Meer. Am Meer. Ich war am Meer. Sehr gut. Gut. Bergen, да? А чтобы предлог правильно? In den Bergen. In den Bergen. А теперь полностью предложение про себя. Ich war in den Bergen. Повторим. Ich war in den Bergen. А чтобы сказать «не была», давайте у Инны спросим. Инна изучала немецкий язык. Как сказать «не была» на в горах? Ich war. Я помню, что можно сказать «ich war keine Bergen». Нет? Вот keine – это у существительных, а вот nicht – у глаголов. Да ведь? И получается «ich war in den Bergen nicht». «Kein mehr» – «das sind die Bergen». Это горы. Да? «Das sind die Bergen». Это есть горы. Угу. Итак, «kein» – отрицание у существительных, а у прилагательных и глаголов прилагательные тоже с них. Например, я не печальная. Ich bin nicht traurig. Я веселая. Ich bin lustig. Я веселая. Да? Окей. Okay. In den Bergen. Was ist das? Dorf. Dorf. Правильно. Кто-то знает слово das Dorf. А немцы еще говорят auf dem Lande. Я на земле. Land – это земля. Помните? Deutschland. Russland. Land – земля. Россия, Англия, Энгланд. Нахаузе. Да, нахаузе. Давайте разберем нахаузе и цухаузе. Да? Нахаузе – это я пошла домой. Нахаузе. Вот я записала. А цухаузе – мы провели многие дома. Цухаузе – это устойчивое выражение, которое обозначает дома. In Russland. Ich war in Russland. In der Stadt Чебоксары. An der Volga. На реке. И поэтому все эти слова мы сейчас попробуем в диалоге. Waren Sie am Meer? Да. А кто-то говорит nein, да? Нет, я не была на море. Nein. Ich war nicht am Meer. Надо повторить это am Meer, чтобы запомнилось. Im Sommer war ich nicht im Schwarzwald. Und Sie? Ich war nicht. Ich war nicht. Nein, да? Как я сказала? Нет, warum? Я не была. Да, warum, Надя? Почему не приезжали к нам в Черный лес? Im Sommer war ich nicht in Schwarz. Covid, ja, richtig. Gut. Мы просто тренируем. Да, ich arbeitete, я работала, или можно в прошедшем времени другую форму, ich habe gearbeitet. Gut. Im Sommer war ich am Meer. Угу. А вы, он зи, да? И вверху написано auf der Krim. В Крыму я была, да? Вот так говорят. Почему auf? Потому что полуостров это и на нем auf der Krim. Ich war nicht auf der Krim. Sehr gut. Nein, ich war nicht auf der Krim. Ja. Nein, ich war nicht am Meer. Nein, ich war nicht in den Bergen. Nein, ich war nicht in der Stadt. Mhm. Ich war nie, nein, ich war nicht, nicht am Bodensee. Bodensee. Nein, ich war nicht am Bodensee. Nein, ich war nicht auf Mallorca. Super. Ich war nicht am Meer. Am Meer. Und Sie? Waren Sie am Meer? Waren Sie am Meer? Были вы на море? Nein, im Sommer war ich nicht in den Bergen. Mm-hmm. Und Sie, waren Sie in den Bergen? Super, super, sehr gut. Waren Sie am Meer? Ich war am Meer nicht. Am Meer, да, губки в сторону, am Meer nicht. Nicht. Да, потому что если вы скажете вот так, как я это опускаю, подбородочек, «мэ», то это будет слово «больше». Я тебя больше не знаю, больше, «мэ».
А вот так вот, теперь читаем вместе со мной. Я прочту, потом ты повторишь, Айлин. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du in den Ferien? Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du in den Ferien? Erzähl mir, wo du warst. Erzähl mir, wo du warst. Можно еще раз первое слово? Давайте. Erzähl mir, wo du warst. Erzähl mir, wo du warst. Старайтесь повторять, как я, да? Расскажи мне, где ты была. И отвечаем. Ich war in den Bergen. Ich war in den Bergen. И так было здорово. Es war sehr schön. Und es war sehr schön. Да, было там здорово. Ach, wo ich war. Ach, wo ich war. На, da und hier. Там и здесь. Und wenn du willst erzählen, ich dir gesehen habe ich schon Bern und Wein, Warschau und Essen, Paris, Berlin. Ach, wo ich war, na da und hier. Und wenn du willst, erzähle ich dir. Gesehen habe ich schon Bern und Wien, Warschau und Athen, Paris, Берлин. Где же я была? Где же я была? И там, и здесь. И там, и здесь. И when du willst. И если ты хочешь. Если ты хочешь, я тебе расскажу. Я повидала прекрасные Берны, Вена, Варшава и Афины, Париж, Берлин. Великолепно. Ich war am Bodensee. Ich war am Bodensee. Es war sehr schön. Es war sehr schön. Ich war auf dem Land. Еще раз. Ich war auf dem Land. Ich war auf dem Land. Es war sehr schön. Es war sehr schön. Да, было здорово, было великолепно. Хорошо. Молодцы. Мы справились с этим заданием. Смотрите, я вас благодарю.